друзья, мы приехали на место трагедии. Здесь как раз-таки свалился этот мост или обвалился. Где-то здесь это все произошло. Сейчас мы найдем местечко, где мы и встанем, и пройдемся. Да? Да. Так, смотрите, новостные кампании на каком-то траке. Тут еще что-то, новости какие-то. Тут уже даже подсветка вон поставлена. Там что-то обсуждают. Тут уже какое-то еще что-то тут, что-то такое. А вот тачка выезжает, кстати, туда не пускать, наверное. Тут, наверное, привозной штаб. Здесь кого-то что-то обсуждают, сейчас что-то будут говорить. А мы попробуем что-то посмотреть. 4 News Майами. Смотрите, какая интересная через копичка. С огромнейшим сильным проводом. Вау, вау, вот это новостей. Мы будем в центре событий почти. Надо было дрон брать с собой. Вот так и блогеры тоже рассказывают. Смотрите, мы можем это увидеть все, как происходит. Провода какие-то. Можно запутаться. Блин, и солнце сейчас так неудачно светит. Так, что-то чуваки селфи делают, какая у них аппаратура. В общем, вон он лежит. Да, друзья, ничего не видно, но зато можем видеть аппаратуру. Вон, люди, кто-то записывает новости, вот работа у них. Что-то случилось, а они тут как тут. О, чувак даже со стульчиком приехал. Вот это, я понимаю, серьезные папарацци. А мы без стульчика, как-то так несерьезно. Так, тут какая-то тачка, тут полиция. Тут ходят журналисты, везде одни журналисты. Что-то тут тренится, говорят. Вот начало моста, который как раз-таки рухнул. Там производят дальше раскопки. Пытаются найти или извлечь тела. А возможно... и выживших. Вертолет освещает News. И полиция везде. Все что-то закрыло. Молодцы. Желтая ленточка. А мы ищем варианты. Мы зашли. Мы как чувствуем как себя, как агенты. Так, сейчас мы найдем лифт. Поднимемся наверх. Можно где-то увидеть, где мы. Ну, где-то мы здесь. И вот там произошла вот эта трагедия. А мы попробуем забраться на самый верх. Так. Главное, чтобы теперь эта дверь не закрылась с другой стороны и больше не открылась. Так, мы прорвались, друзья. Ну и увидят, мы как раз выключим. Или не выключим, а уйдем отсюда. В общем, мы сейчас хотим посмотреть, что же произошло. И если там что-то... Пока вон стоит полицейская машина, но запрещающих знаков не было, так что мы сейчас, может, даже успеем лицезреть. Странно, что здесь нет никаких полицейских и журналистов, хоть это место фактически гораздо лучше видно. Вау! И вот он, рухнувший мост. Жесть! Смотрите, сколько людей, сколько там полиции. И вон какая-то прихлопнутая машина. Ему так, чуваку этому повезло, вот был бы он на метр бы дальше, его бы расплюснуло просто. Все, конечно, перекрыто, столько всяких чуваков. Все, нас полицейский прогнал, он работает, так что мы идем дальше. Вот так люди тоже принимают участие в съемках вот этого завала. Вот такие нормальные стульчики. Вот так люди и работают. А здесь нет полицейских, и здесь можно уже находиться. Кстати, это оказывается машина, которую приплюснула, это ее жопа. То есть возможно, что, конечно, там тоже есть пострадавшие. И этот мост был недостроен, и видите, как обидно, и он рухнул. Да. Какой здоровый передвижной офис.
для решения всяких чрезвычайных ситуаций. Сколько полицейских машин. Смотрите, сколько здесь расчетов. А мотоциклов вон напихано. Зеваки, конечно. Что-то решают, что-то делают. А журналистов, кстати, никого не пустили. И у нас очень офигенно крутая позиция в сравнении с тем, что журналисты находятся там, солнце светит оттуда. Странные они. Смотрите, как одну тачку тоже поджало. Но там, скорее всего, тоже выжили люди. А скорее всего, где что-то накрыто. А может, это так обвалилось. Там он еще дальше пикап тоже расплюснутый. Пожарники лазят, что-то пытаются, наверное, подумать. Видите, смотрите, раз, два, три крана. Но, скорее всего, не получится все это поднять, потому что конструкция начнет дальше падать. И, возможно, там еще есть выжившие. Что, конечно, маловероятно с таким весом. Да, конечно, жалко людей. Но так, ехал на работу, ничего не думал. И на тебя. Этот мост всего лишь стоял два, наверное, дня. Его только недавно поставили, его здесь собирали. Потом, вон есть колеса такие, вон, видите, да, где люди. И вот его передвинули, поставили, он через день или два рухнул. Очень странно, что столько людей, вот все же работают сейчас на работе, и при этом никто ничего не делает. Там, наверное, человек 5 только пожарников, что-то ковыряется и все. Очень странная система. Что-то решает, что-то ходит. Странно, что в этом здании нету ни одного журналиста. Потому что место вообще такое. Здесь уже охраны поменьше. Меньше контролируют. Пойдем, пройдем, чуть посмотрим. Но там полиция вроде бы не пустят дальше что-то увидеть. Да. Зашло около университета, огромнейшего здания.